Друзья, всем привет! Продолжаем самостраховку для всех шаг за шагом. Формирование группировки продолжаем. И теперь подключаем какое-то препятствие, стену сегодня, для того, чтобы оттолкнуться самостоятельно, сформировать группировку и выйти в стойку. То есть мы начинаем уже ускорять себя в группировке. Уже не еле-еле группировочка, а толчок и группировка. Да, еще два раза хотя бы. Сгруппировались, оттолкнулись сильно. Да. И, да. Самое главное не биться, запущенный раз, не биться, мягкий перекат, сильнее толкаемся. Вот, вот такое движение. То есть формируем группировку, уже ускоряясь. Когда мы делали медленно, это было легко. Теперь начинаем делать на ускорении это движение, чтобы сформированная группировка оставалась целостная, хорошая, надежная. Спасибо.